Сегодняшняя система образования, если можно так о ней говорить, абсолютно не функционирует как система образования. То есть это получается обычно или одно из двух, или образование, но за рамками системы, либо система, которая не способна давать оперативных знаний, не способна давать необходимые навыки, не способна в принципе транслировать актуальные ценности и технологии профессиональной работы. В результате система выпускает, я говорю прежде всего о гуманитарной сфере, недоучек, не способных быть эффективными, либо потенциальных рекрутов для интеллектуального рынка соседних держав.